Я хочу искренне поздравить ансамбль «Ахтырма» и руководителя Гульсунова с такой победой. Полный зал, прекрасные песни. Я как заслуженный артист Татарстана, который всегда стремилась к дружбе и добрососедским отношениям. Мы сегодня все едины, поэтому мы никакими силами зла не победимы. Удачи, СЗГ! Бигзур Рахмат от всех зрителей. Гульсина Батышева. Это имя Гусю. Прямо сегодня здесь Гусюзы. Зампредседателя Курултая. Я думаю, вас ждет уфимская сцена. После такого прекрасного концерта. Удачи. Флора Вагина. Одри Башкортостана. Я тоже обещаю к столетию выпустить свой авторский диск. Thank you.
Сейчас слово предоставляем заместителю начальника отдела по связям с общественностью полномочного представительства Республики Башкортостан при президенте Российской Федерации Азату Маратовичу Гафурову. Пожалуйста. Уважаемые друзья, коллеги, рад вас приветствовать сегодня здесь, в этом зале. И мне очень приятно, что сегодня так много людей. Мы так переживали за то, сколько у нас людей здесь будет, потому что далеко Южное Бутово. Но нам очень приятно, что вы преданные зрители фольклорного ансамбля «Актырман». Спасибо вам большое. И вы решите представить. Сегодня у нас особый почетный гость присутствует в этом зале. И я просто не имею права не дать ему слово, потому что это председатель Всемирного Курултая Башкир Всемирного Курултая Башкир, вообще Всемирного, да, Курултая Башкир Данил Ахмадеевич Ганулин. Волнуйся. Құрметті тамашашылар, құрметті Актырма коллективы, Мәскеуге келгәс, ұшындай матур сараға келмей, Гүлшинә Батыршының оның ансамблін, оның әхиреттерін ұшындай зур байрамынан құтлап кетмей болдыра алманым. Біздің ансамбл Гүлшинә менен якташтар, юрматы, егіттәрі, қыздары, ол матур күндірәк елғағының туын. Әсеп үстем, мен Ашқадар қоғыны әсеп үстем, бір-бір-бірдің ауылдарға клубтарға үйреші атырғайны яштарқаны матур яқтарда, матур лоңлы яқтарда тоғы үсті ол. Хәм мұна бүгінгі байрам, бүгінгі концертта шу текілім емлі, шу текілім көңілі, шу текілім яқын бірге. Туған яқтың мұңдары іштіген көп, туған яқтың герлары іштіне. Мен бек шатмын, біріздің ұшы Мәскеу тамашылары, Мәскеу башқұрттары ұшайдып, бірге иылышып, байрамдар ойыштырып, өздерінің Мәскеудегі коллективтарын қарай алу мүмкіншілігі болғаны мінен. Хәм, екіншіден, ұшы коллективті ойыл бідің 27-29 июнде Үфілі хәм Ишімбай районында бүті дүния башқұрттары құрылтайы боласақ. 29 июнде Тұратау итәгінде, Бүйік Тауылы Тұратау итәгінде башқұрт мәдәни байрамы, дұр байрамы десек, біз онда республиканың 100 еліғына 120 құрып, дұр фольклор коллективларын, эстрада коллективларын сақырып байрам өткеремін. Мұна мен бүті дүния башқұрттары құрылта есімінен Актырман коллективін ұшы дұр байрамға қонақ етіп сақырамын. Я хотел бы присоединиться к поздравлению. Я буквально несколько слов скажу. Почему? Потому что это сегодня отчетный ваш концерт, вашего коллектива. И мне очень приятно, что мы с вами, с вашим коллективом, проживаем очень интересную историю. Вы только подумайте, как много делает наш фольклорный ансамбль «Актырман» здесь, в Москве. В 2015 году съездили в Эстонию на месте смерти Салавата Юлаева, нашего национального героя. Когда в 2017 году съездили в Тербунский район, в Липецкий район, и благодаря вот участникам этого коллектива была сделана реконструкция памятнику солдату, где приняли первый бой и погибли шеймуратовцы. В 2018 году этот коллектив съездил в Турцию, посетил университет, отдали дань памяти Заки Валиди возле его памятника бюсту в Стамбуле, встретились с его дочерью. Вот какую работу проводит этот коллектив здесь, в Москве. Я желаю вам, всем участникам, руководителям персонала Тына, дальнейших успехов, новых достижений и радуйте нас своим творчеством. Спасибо вам. Дорогих, уважаемых гостей из Башкортостана, мы хотим еще раз исполнить
нашу главную песню «Эруахтар Хамагы» «Голос предков». И представить на ваше внимание.